Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины, описание к ним. «Геркулес и Амфалла», 17 век, «Хвост масла», 191 на 168, Теодор Ван Султен. Одним из направлений в искусстве, пользовавшимся спросом, аллегорических картин на сюжеты античной мифологии. На представленном полотне запечатлен известный эпизод из жизни Геракла, когда он оказался в услужении у царицы Амфалы. Поддавшись ее женскому очарованию, герой забыл о своей воинственной природе, начал прясть и отдал свое знаменитое одеяние шкуру немейского льва правительницы. На картине гордая властительница тянет силача за ухо, как нашкодившего мальчишку. Вот такое описание картины Теодора Ван Султена «Геркулес и Амфала» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».